Уже прошло столько дней. Дней, Фрэнк. Может, попробуем сегодня вечером? У тебя или у меня? У тебя. Прошлой ночью они зашили меня в одеяло. Доктор «Верное сердце» отправляется сегодня на свидание, так ведь? С кем-то, кого мы знаем, с кем-то, кого мы пропустили. Если человек бреется, это не означает, что он... Означает, для этого и придумали бритье, чтобы убить время перед свиданием. Типам вроде вас трудно себе представить, что человеку просто хочется избавиться от щетины и почувствовать себя чистым. Фрэнк, ты будешь чистым со щетиной и без нее. Ты чистейший из чистых. Даже еще чище, такой чистоты, что даже становишься грязным. Офицер должен уважать себя и своих подчиненных. Ой, нет. Бедняга Фрэнк. Не выносит хлороформа. Где же ты был? Что случилось прошлой ночью? Ты не поверишь. Опять эти два психа? Они дали мне слишком большую дозу одеколона. Что? Я же сказал, ты не поверишь. Сейчас? Даже одной ночи не могут обойтись без меня. Никак не могут. Вы очень важное лицо. Мэм? Ну так в чем дело, сержант? Как в чем дело, майор? Мне передали, что я нужна здесь, и вот я здесь. Для чего? Это я вас спрашиваю. У нас тут проблем нет. Кроме вашей... Тогда почему... Маргарет, дорогая, это я, Фрэнк. Что вы делаете? Что мы делаем? Так, любовное воркование. Только воспитательница не говори. Чтоб вас... С меня хватит. Хватит. Что вы делаете в моей постели? Сначала она нам показалась слишком жесткой, а потом слишком мягкой. Ладно, ладно. Что вы хотите в обмен на то, чтобы оставить меня в покое? Притормозите насчет радара и Луизы Андерсон. Пусть люди получают удовольствие. Нет. Это шантаж. Ладно, спокойной ночи. Прекратите, прекратите. Прекратить? Так что, по рукам? По рукам. Никаких рапортов генералу Клейтону? Никаких рапортов. И вы больше не будете доставать Генри? Я не буду доставать Генри. Отлично, еще только один вопрос. Что еще? Что за мужчина со мной в постели? Ты меня не помнишь? Мы познакомились в кино. Вон!